Получить хлеб по талону можно во Владимирской области. В городе Струнино бизнесмен Мамут Шевершан раздает его бесплатно всем нуждающимся. Мужчины – магазин и пекарня в Москве, а в Струнино – дача. Рядом с ней Мамут и открыл магазинчик. Но вскоре понял – бизнес не пойдет. У местных жителей зарплата 10 тысяч рублей – это уже шикарно. А пенсионеры вовсе живут на 6 тысяч в месяц. И решил раздавать хлеб бесплатно. Это по воспитанию. По воспитанию, что мы должны помогать людям. Это семейное у нас воспитание. Да, дед говорил, если ты каждый день будешь нужен одному человеку, представляешь, за свою жизнь сколько тысяч человеком будешь нужен. По одному талону можно получить батон и половинку черного. И так 10 раз в месяц. Причем с каждым месяцем талонов печатают все больше. Когда-то начали с 70, теперь дошли до 200. Бывает, что люди занимают очередь еще ночью, но хлеба всегда хватает. Вы за хлебушком пришли? Да. Часто ходите? Да как и дали талон на месяц, так и хожу. Ну, а вообще нравится вам, что так придумал хозяин магазина? Ой, замечательно. Дай Бог ему здоровья, дай Бог.